теперь давайте-ка мы его немножко обезвредим. Или нет? Так, я понял, как воспользоваться этой штукой. Кстати, суккубы по единичке их можно ставить, потому что их обилки, хотя по единичке не знаю. Ну, то есть они меняют вне зависимости от того, сколько суккубов в стаке. Суккуб может поменять местами отряды. Вот так, видите? Эти чуваки бегут, блин. Почему я их не могу нанять, окров этих? Командир орков. И что это должно значить? Что он командир орков? Все равно ты не жилец. Отлично, ману мне восстанавливают. Так, чё, камнепад или клинки подземные? Давайте клинки.
325. 668, нифига ж себе. А, драконы подлетают, кстати. Забавно. Вот эти вот архидемоны, вот это другое дело. На них давайте наколдуем кое-чего. Блин, эти циклопы такие крепкие. Это странно. А вот драконы должны Блин. Ну, рановато нам без потерь такое проходить. Великан. Не, рановато. Даже не знаю. Циклопы. Циклопов, кстати, мы находили много. Все же невидимость очень важна.
И нам, в принципе, нужно... Нужно. Нужно что-то где-то делать. Пойдемте вот это вот Демиан Эминема. Да, Машанские топи. Там где-то был Эминем. Журнал. Яйца красных драконов, да. Душа фиолеты. Ну, нам есть чем заняться. Сколько всякого. Корона грифонов. Окаменевшая деревня. Проклятое дитя. Барона Хей, природный газ. Слушайте, а на самом-то деле, может быть, здесь имеет смысл сейвить опыт? Я заметил, что чем больше у меня уровень, тем больше всякого говна нам дают, типа, чтобы сражаться с ним. То есть, по сути, может быть, мне стоит сейвить опыт. Может, к чувахе пойти попробовать и там еще куда-то. Так. Да, ничего не появилось нового. Что тут с этой лякушей? Знаешь, мне все-таки не нравится находиться во власти Багабы. Можешь мне помочь? Ну а что ты предлагаешь мне сделать? Думаю, старший брат мне поможет. Сходи к Хлюбе, скажи, что Багаба меня допекает. Хорошо, давай схожу к Любе, но что мне ему предложить взамен? Нет у меня ничего. О, придумал, я разрешу поставить флаг Любы над моим домом, и старший брат будет рад. Ладно, я поговорю с Любой. В общем, тут какие-то войны. Войны лякушей. Так, это все посещено. Кстати, можно наводить и узнавать, посещено или нет. Так, тут так ничего не добавилось, естественно. Так, эти змеи. Будем, в общем, выполнять всякие квестики. Лякуш Хлюба. Привет тебе, Парадим. Как дела? Что заставило тебя опять переться в такую даль? Да вот, Трягис просил твоей помощи защитить от Багабы. Квак, помощи у меня? А что стряслось? Понравилась Багабе твоя мысль с флагами. Вот он и решил сделать Тряги со своим вассалом. И поставил свой флаг над его домом. Тряги, защиты у тебя просит. Как, Ква? Это болото мое? И я тут полноправный хозяин. Все здесь принадлежит мне?
Иди сейчас же к Трягису и поставь над его домом мое знамя. А Багамбе, если его увидишь, передай, что болото это мое. Здесь может быть только один верховный лякуш. И это я. Нет, надоели вы мне. Эти болота, как и кладбище, и весь Дарион принадлежат его величеству королю Марку Леонару. Сейчас я поставлю на твои хибары наши флаги. А вот вопрос, а что если это ответить? И что мы тогда... Да смысл? Ну типа мы получим много бабла или что? Давайте попробуем, что мы с этого получим-то. У меня есть дракончики лазурные. А сколько у него тут ХП и другого дерьма? Да, в общем-то, черные драконы, конечно, они бафают посильнее. Можно сразу с двумя типами драконов, наверное, входить в бой, и тогда будет лучше всего. Хотя хз вообще. Чтоб не потерять ни одного, в общем-то, этих универсальных драконов не существует. Защита 63. А у того 70, по-моему, было. О, демоны. Пошли демоны. Ну, учитывая, что этих драконов можно делать невидимыми, не так уж и плохо на самом-то деле. Надо еще красных будет поискать как-нибудь. Или архидемоны. Вообще-то архидемоны идеальные чуваки. Они простые. Слушайте, я хочу посмотреть, какие у них обилки. Так. Демон. Защита огня, иммунитетом к некоторым заклинаниям. Телепортация. Ага, круто.
Иммунитет к огню. И очищение. Слушайте, все отрицательные эффекты снимает автоматически, круть. Нет, ну эти вот одни из лучших чуваков. Хотя они не запугивают никого. Ну, в принципе, круче чуть ли не, чем драконы. Демоны размножаются. Энергетики. Вообще их надо прокачивать побыстрее, причем. Бумс. Хочу себе архидемона. Где они? Невидимый летающий дракон, да. Это круть. Черти. Вырвали им сердца. Все, драконы стали видимыми. Но это их не спасет.
Так. Вот и все. Ну и? Как, привет, Парадим, ну как там у тебя жизнь неболотная? Заходи. То есть просто... Не. Это типа не вариант. Пусть лучше дальше квест продолжается. Хорошо, давай флаг поставлю у Триагиса. Это, кстати, наверное, это стёб над героями меча и магии. Что типа флаги над замками ставят. То есть отсылочка, что в стратегии так происходит. Так. Ну, привет тебе, Парадим. Как твои дела? Может, помощь какая нужна? Слушай, есть тут у меня одна проблема. Можешь помочь мне решить? Давай, с радостью помогу. Здесь в маршанских топях обитает грязный Бутари, местный атаман разбойников. Так получилось, что он задолжал мне кучу денег и не отдает. А я не люблю, когда меня пытаются обмануть. И чтобы другим неповадно было, надо его замочить. Ну, то есть испугать его мертвое тело... А, искупать его мертвое тело в болотной жиже. Так выражаются у нас, у лякушей. Возьмешься? Разбойники, как ты говоришь, замочить в болоте, это дело хорошее. Берусь. Ква, отлично, как только разберешься с этим Бутари, сразу сообщай. Конечно, конечно. Не квакай сильно, а то горло заболит. Не квакай сильно, а то горло заболит. Забавно. Тут первая локация, самая проработанная из всех, мне кажется. Ну вот, собственно, наше королевство самое проработанное. Ну и как, поговорил с Хлюбой? Поговорил я с Хлюбой, он, естественно, согласился усмирить Бакапу. И сейчас я поставлю его флаг над твоим домом. Ну что же, это неплохой выход из положения. Теперь Бакапа будет знать, как меня доставать. Благодарю тебя, Парадим. Ква. Хорошо, до встречи. Это вот этого нам надо замочить. Грязный Бутари. Что надо холеному королевскому прихвостню в наших забытых богом и королем краях? А это не твое дело. К тебе же я пришел от Бакапы. Бакапы? Что надо от меня этому уроду? И вообще, как ты можешь общаться с этими противными жабами? Ну как тебе сказать, он прислал меня за твоей головой. Противный урод. Да не ты, Тибер, Парадим, а это жаба противная, Бакапа. Хочешь, чтобы я платил ему, как будто он король этих болот? Слушай, дружище, давай мирно разойдемся. Плачу тебе 1000 монет, а ты рассказываешь Бакапе, что убил меня. Тогда и ты, и я останемся в выигрыше по рукам. Давайте проверим. Если что, перезагружусь. По мне, ты, грязный Бутари, не зря заслужил такую кличку. Я тебе не верю, защищайся. Сколько мы получим
за него опыта. Вот, например, сундук здесь сразу есть. Это ж круто. Шестьсот восемьдесят уже. А еще ж опыт будет. Кстати, интересное поле боя. Смотрите сейчас, что будет бабах и минус все практически. И здесь то же самое. Бабах. А он типа что-то там бафает еще. Бумс. О, что-то он вообще долбанулся немножко. Как-то даже слишком быстро все это произошло. Так. Эй! Нам не дали за него этого. Не дали за бой с ним, короче, награды. Ни опыта, нифига. Так ведь? Тогда пусть лучше убегает. Отличная идея, давай деньги. На, держи, только не забудь сказать Багабе, что убил меня, а то... Он пришлет другое место тебя, не волнуйся, все сделаю в лучшем виде. А ты типа свалишь после этого? Багаба, багаба, болотная жаба. Ну, в общем, если бы за этого Бутари давали бы награду за бой, то было бы неплохо, а так. Ну, привет, как твои дела? Я хотел поговорить о Бутари. Ква, как там Бутари? Надеюсь, я могу поставить за него свечку в храме усопших душ. Да, ставь, и не одну. С ним мир в мир мертвых отправилось немало таких же отъявленных негодяев. Ква, это отличная новость, забирай свою награду. Нормально, постригли всех. Ну привет, как твои дела? Да все хорошо, жаловаться не на что. Ты сам-то как? Есть какие-то проблемы? Да нет, вроде бы, у нас на болоте все спокойно. Вот видите, типа, всем угодили. Умудрили всем угодить, всем жабкам. Два раза переставили флаги там.
Теперь пойдемте этого чувака. Эминема валить. А у тебя как дела? Снова ты, какими судьбами? Убийца дракона очередной. Ну чё за бесполезные заклинания даются? О, некромант. Некр-некр. Так, нужно куда-то вниз спуститься, да? Храм. Чё тут в храме? Проклятый Немен все еще в своем замке. Так зачем ты пришел сюда? Если зло остается ненаказанным. Ну да, все эти призраки тут. Все уже проверено, да. Кармак. Мне кажется, или я здесь оставлял раньше кого-то. Простые привидения. Кто ты и что тебе нужно? Да вот, шел мимо, увидал замок и решил проверить его хозяев. Убирайся прочь. Я не вижу на тебе знака Корадора. Таким здесь не место, уходи. Корадора. Что еще за знак Корадора? Корадор — великий воин, великий генерал. Армия его скоро покорит линию, а потом настанет и черед Дариона. Ага. Это Корадор, это вот тот главный некромант, помните? Я с ним уже говорил, по-моему. Тьма придет в эти земли, король Марк будет низвержен, и я, Энемин, стану правителем Дариона. Так было мне обещано. Джоффри ты, а не Энемин. Только не блондин, но такой же злобный. Да-да, я слышал историю про могилу Корадора и орков. Кстати, а орки по всему этому, ко всему этому имеют какое-то отношение? Это не твое дело и даже не мое. Ты еще здесь? Я не приказал тебе покинуть. Я же приказал тебе покинуть мой замок. Я еще не все свои дела закончил, так что потерпи мое присутствие еще немного. Монахи просят тебя обратиться к свету и отринуть тьму, поглотившую твой разум и пожирающую твою душу. Да сам посмотри на себя, отощал совсем, озлобился. Ну зачем тебе быть королем? Гораздо лучше быть счастливым человеком. Опять, неужели эти глупцы ничего не поняли? Мало им было головых братьев и тех глупых рыцарей, что вызвались помочь служителям храма. На этот раз я отправлю им не только головы, но и твои внутренности. Ха-ха, готовься к смерти. Грубо, очень грубо, мальчик. Не стоит так разговаривать со взрослыми и очень опасными дядями.
Давай поднимай своих зомбаков, а я погляжу на их внутренности. Кстати, смотрите, неплохая осада. Ух, макилки. Вообще мне нравится, как выглядят осады здесь. Такие гексы и так далее. Но чую я, нам придется использовать невидимость. Потому что слишком много здесь скелетов. О, демоникус. Жнец. И швец, и жрец, и на дуде игрец. Потому что он гребаный жнец.